І вітаю глядачів каналу «Миколаїв». Це програма «Розмова на тему». Я Тетяна Мілякіна. І сьогодні у нас розмова піде про життєвий шлях і творчість наших земляків, які, власне, знайшли відображення на сторінках нової книги з серії «Обдаровані мудрістю». Власне, про зміст, мету цього видання, цієї книги, ми зараз будемо говорити з гостями студії. Я хочу представити Олексій Геращенко, керівник ініціативної групи серії «Обдаровані мудрістю». Ілія Старіков, професор Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського і один з інтелектуальних лідерів проєкту. Вітаю вас, панове, дякую, що ви сьогодні в нашій студії. І, власне, я хочу зараз показати нашим глядачам, у мене в руках ця одна з книг серії «Обдаровані». Це остання, так? Да, «Обдаровані мудрістю». П'ята, якщо я не помиляюся. Да, да? П'ята в серії четвертая, а вообще п'ята. Як народилася ця ідея і кому, власне, ця книга, і чому присвячена ця книга? Понимаете, вот последние годы я начал сомневаться о том, что что-то в жизни происходит случайно. Мне так кажется, что случайностей вообще-то нет. Как получилось? Сын шел ко мне с фильмом документальным, о человеке, с которым мне пришлось работать. Хотел подарить мне этот фильм. И по пути кто-то, он сейчас, вот мы вспоминали как-то, давно уже вспоминали, кто ему дал эту книгу Шамиса. Мы не вспомнили. Он посмотрел, человек ему неизвестен, он был преподаватель в университете, по-моему, да? Да. Доцент, да? Да. Шамис. И Слава мне отдал эту книгу и фильм. Я посмотрел, перелистал книгу, и там бросился в глаза такой абзац. «Цей юнак був з тих країв, откуда в Греції поступало зерно». Речь шла об Анахарсисе, я так бегло прошел, что оказывается, 2500 лет тому назад он с наших краев, с Ольвии, сын царя и якобы гречанки, уехал в Грецию и так далее, и так далее. Я о нем ничего не знал. Ну, это еще ни о чем не говорит, что я не знал. Кто-то другой, может быть, знал. Мы собрались посмотреть фильм. Нас было 17 человек. Все люди, которые работали с тем, о ком фильм. А вы можете сказать про кого фильм? Фильм был о Васляеве. Причем люди разных уровней, и занимающие серьезные посты, и технический секретарь, и так далее. После просмотра фильма где-то 3,5 часа каждый что-то говорил. И это для меня показалось так убедительно, что о человеке вот 17 человек могли говорить, и не повторяясь, а что-то каждый свое. Ну, когда закончили, я говорю, а может напишем? Кто-то говорит да, кто-то говорит мы не писатели. Потом я сыну рассказал это, и он нашел вот Илью Моисеевича нам. Не нашел, а он с ним был знаком хорошо. Первая книга писалась 18 месяцев. И мы не думали писать еще какую-то книгу. А вот на презентации, когда собрались люди и сожалели о том, что... О том, да. Власне, я зараз хочу показать. Это первая. Первая, да. Да. Книга про Васляєва. Сожалели о том, что они не участвовали, мы решили тогда создать серию, учредить серию. И пошли, переиздали Васляева, Погребняк, Рябошапка известный не только на Николаевщине, а и в Европе. Вот недавно были белорусы у нас, гости с посольства белорусского в Киеве, мы общались с ними, подарили. Они с удовольствием взяли и Рябошапку, с великим удовольствием, потому что один из написантов писал там часть статьи на белорусском, чисто на белорусском языке. И все под одной названием «Обдаровані мудрістю». И серия «Обдаровані мудрістю». А чему саме ця назва? И почему «Обдаровані мудрістю»? «Обдаровані», да, чему? Ну, это спорный вопрос. Дочь моя, например, она в Австралии уже 17 лет, с внучкой живут там.
говорит, что ну, это не совсем правильно. Дар – это мудрость приобретается с годами. Досвида. Ага. Но а кто-то говорит, наверное, должна быть какая-то тяга к тому, чтобы быть мудрым. Она сама не приходит. Значит, какие-то задатки у человека были, стремление познать, познав, начать действовать. Угу. Илья Масійович, на вашу думку, чому обдаровані мудрістю, чи можна бути обдарованим мудрістю? Понимаете, как психолог социальный, я четко понимаю, что мудрость – это еще и умение заглянуть в будущее. Понимаете? То, что психология называется загоризонтным мышлением. Вот те люди, которые обладают загоризонтным мышлением, на наш взгляд, можно, имеют основания считаться мудрыми людьми. Вот мы так и подходили. Знать историю, але вміти да. И подивитися. Конечно. В майбутнє. И нам было важно показать еще, что Николаевщина – это есть территория мудрости. Вот Алексей Семенович говорил, что мы вот не случайно много... Распочал Занахар. Вы понимаете, это не один... В чем суть, важность, я считаю, этой книги? В том, что вот по первой книге было 59 человек-участников, написантов. Это как картину с пазлов складывают, да? В разное время разные люди в разных ситуациях писали об этом человеке. Семья, сын, дочь, вся семья не смогут описать так, как это. Я не скажу сейчас фамилию человека, который, отца которого мы хотели о нем писать. Он сам великолепно пишет вместе со своим сыном. Вот. И он не согласился, говорит, мы сами напишем. Написали они великолепную книгу. Но это не те. А? Это не те, так вы уважаете? Не понял. Это не то, что... Это то, но этого недостаточно. Это взгляд семьи, да, мы верим, они знали его, но они не знали его в 100 километров от Николаева вечером в 12 часов ночи, ситуация, и в этой ситуации кто-то подвержен чему-то, а кто-то, и он помогает, положим, это я... Абстрактный пример привел. Этого они не знали. А таких случаев много, когда он вмешивался в жизнь человека и выводил его из состояния... Давайте вернемся к книжке. До цієї, да, книги, да. Вот это разговор. Кто тут, про кого идет мова? Потому что нам часто задают такой вопрос. А почему вы выбрали именно этих людей? А это книга о трех николаевских художниках. Это Леонид Шкаруба, известный николаевцем, Михаил Ковалевский и Юрий Отрабинский. Илья Моисеевич, они в первую очередь не художники, это их хобби, а они высшее учебное заведение, вы прекрасно знаете, профессора, и Юра сейчас завкафедры преподает. Один, да. К сожалению, 3 месяца тому назад умер Ковалевский. Шкаруба сейчас пишет, значит, тоже книгу. Правильно говорится, что они все, вот это их объединяло, то, что они прекрасные педагоги. А это не случайно. Почему? Потому что мы ставили перед собой задачу, когда мы отбирали этих людей, потому что николаевцы иногда говорят, а что, в Николаеве нет более известных художников, более титулованных? Мы говорим, есть. А все-таки почему мы выбрали именно трех? Потому что нам было очень важно показать, как усложняется искусство со временем. И надо научить людей разбираться в искусстве. Понимаете, я вспоминаю случай с Маяковского, когда его обвинили, говорит, что ваши стихи очень сложные, поэзия ваша. Он говорит, а как вас учили читать? Ну, говорит, как? Майма, мама. Он говорит, и в искусстве тоже так. И нам очень важно было подвести читателя к пониманию искусства. Вот, не дарма названа поэзия дерева. Да. Литературная поэзия. Совершенно верно. И да, дерево. Именно там, поэзия. Это
Вот Шкаруба. Шкаруба, чем он интересен? Он видит поэзию вокруг себя. Вы посмотрите на эти фотографии. Это он сам на улице, напротив своего дома, создал вот такую красоту. Он рассказывал, что с окна своего квартиры он наблюдает, как проходят мама с дочкой или бабушка с внучкой. И пришла однажды и ест пирожок. Как она сказала, сядь на пенек, съешь пирожок, да? Ну, а пирожка такая еще не было тогда. А второй раз она пришла уже с пирожком. Вот появилась такое действительно сказка. Деревянная, значит. А у него и грибная поляна есть, и есть, значит, скульптурные парки. Это вот одна особенность этого художника. Но он и пошел дальше, он начал делать в своем творчестве, тут представлены деревянные вышиванки. А ведь каждая вышиванка наша украинская, она несет определенную нагрузку и социальную, и психологическую. А в конце концов, еще дальше, в последнее время, он над иконами. Отец Петерим одобрил его иконы, они висят в школе сейчас. Эти деревянные иконы, значит, они находится даже в этой 38-м нашей школе. Муниципальном коллегии, так? Там даже такое чудо зафиксировали, говорит, что это икона Николая Чудотворца, и все студенты, которые участвуют в конкурсе, если работа полежит около иконы, она обязательно будет отмечена. Вот, пожалуйста, и такие вот вещи наблюдается. Это творчество одного. Второе творчество Михаил Ковалевский, чем он интересен? Он интересен еще тем, что в его творчестве... Властно, я хочу фотографию показать. Да, покажите ее во фотографию. Тесно переплетена поэзия и дерево. Он и в металле работает, он и в живописи, он и художник, и карандашом рисует, и цветные, значит, посмотрите его работы. И он... Это музей, я был у него в квартире, когда мы договаривались о нем писать, я был поражен. Кроме всего, он еще, Илья Моисеевич, кроме всего, он еще и поэт. Я помню, есть такое его стихотворение: «Вертясь и космической пылью пыля, из центра Вселенной явилась Земля». И так уж случилось, что в этой пыли ко мне частички земли. Теперь мне землей по орбите летать, чтоб после распада вернуться опять, воскреснуть опять. Поэзия, дерево. Это его. Але він за фахом, тут... він... Хто був би за фахом? Он и художник, и поет, да? И он Нет. еще был разведчиком. Вот я про це власне хочу зараз. Он в совершенстве владеет немецким, английским, языком, несколько, значит, языков. Вот. И сочетание, посмотрите, он родился в Сибири, приехал Николаев и акклиматизировался, и так понял нашу природу, труд Корабелов, что вот тут уже цитировал Алексей Семенович стихи, а вот меня тоже запомнили строчки, вот смотрите, куда уходят корабли? Куда уходят люди, которых мы встречать не будем? Что не дают твердил земли, что падают тверд земли? Куда уходят корабли? Вот он заставляет нас философски осмысливать наше бытие. Вот это такой прекрасный творчести. Художник. Я даже не знаю, как его назвать, художник, скульптор. Ну, разносторонний талантливый человек. Юрий Отрубинский. Значит, чем он интересен? Самый молодой. Едина молода, так да, я очень самый сейчас молодой. Сейчас завкафедре преподает. Но он уже поднял творчество до абстрактного уровня. Его некоторые работы, на первый взгляд, абсолютно абстрактно. Вспоминается черный квадрат Малевича, когда знакомимся с его работами. Многие художники, и даже художники николаевские, мне говорят, ну подумаешь, Малевич, что там
намалевал черный квадрат, можно. А ведь этот черный квадрат вошел в историю, сколько уже, несколько столетий люди удивляются. А посмотрите на его творчество. Значит, там у него есть такие, значит, философские, осмысленные, как работы, как «Сердце воды», «Сердце земли». Посмотрите, это же чудо, которое заставляет думать зрителей. Это очень важно научиться. Мне это особенно дорого. Почему? Потому что в последнее время я часто слышу, вот посмотрите его работу. «Степная жемчужина». Да, я часто слышу жалобы от родителей, от педагогов, что современная молодежь не любит читать. А почему? Я задумался. И я пришел к выводу, что в значительной степени виноваты сами наши педагоги и родители. Мы не умеем учить детей наших правильно читать, разбираться в литературе. Вот конкретный пример из своей собственной жизни. У меня внучка научилась читать, сидя на горшке еще. А пошла в школу, и уже в третьем-четвертом классе она перестала читать. Я спрашиваю, почему? Неинтересно, девушка. А уже в подростковом возрасте, в седьмом классе, я ее повез с собой в служебную командировку в Москву. И она, мы там проходили и увидели, что есть свободные билеты в театр московский. И там шел спектакль «Три товарища» по Ремарку. Она посмотрела, настолько впечатление сильное было. А мы вышли, она мне всю дорогу допытывается у меня, а что стало с этим героем, а что стало с этим героем. Я говорю, как тебе не стыдно, у нас дома лежит книжка, ты, товарищи, приди почитай. Да, смотрю, потянулась, прочитала, и эту потянулась, потом Хемингуэю тоже начала читать. Вот так формируется интерес к читательству. Я увидел, у меня есть, как у психолога, короткий тест, который позволяет определить, может ли и понимает ли, готов ли ваш ребенок правильно читать, научили ли его разбираться. Мы можем даже вот зрителя говорить. Наверное, все, многие, во всяком случае, кто не читал роман «Идиот» Достоевского, или смотрел «Князь Мышкин», все знают. А спросите, а какое, как имя было у князя Мышкина? Как звали Мышкина? Я уверен, многие... Тобто неуважно, так? А? Неуважно читают, невнимательно? Право не только тому. Значит, они, педагог не сосредоточил внимание. Оказывается, имя его – Лев. Спрашивается, почему Лев? С одной стороны Мышкин, а с другой такое имя Лев, что Достоевский не мог найти другого имени. Просто... Педагоги не обратили внимания, что, по сути дела, по своему идейному, по своему интеллектуальному развитию это действительно был Лев. И так очень много мы можем сказать. Вот смотрите, возьмите с украинской литературы. Мой любимый Коцюбинский. Фату Моргану. Ну, во-первых, почему Фата Моргана? Многие не могут ответить. А там же не случайно, посмотрите, там Фата Моргана, значит, там есть интересный эпизод. Маланка, когда разгромили помещичью усадьбу, принесли хлеб, муку, спекли хлеб, они голодали, и угощают Маланку, она каже, не можу їсти. Чому? Спрашивают, бо чуже. Это было 905 год, когда написано. В это же время, смотрите, сопоставьте, другой гениальный художник, тоже известный, значит, Максим Горький, написал другое произведение «Мать». И там Павел, значит, говорит, громить, разобрать. Кто из них был прав?
А история показала. История так и час. Видите, разобралась. Скажіть, будь ласка, чи були проблеми з і чи будуть проблеми з виборами персоналій героїв? Наскільки я розумію, це не остання книга, буде ще продовження. Діло в чому, що у нас зараз в роботі 5 книг. Это Азебике, вы знаете, да? Художник. К сожалению, я до последнего времени не знал. Не знал Ждаха, художник, тоже выходец из нас, из наших краев. Вот. О Серафиме Сенкевич, о Белом Юрии Александровиче, это преподаватель, личность неординарная высших учебных заведений. И Анахарсис. Власне, ви тут про нього і пишете, відомого філософа. Да, і от, кстати, об Анахарсисі зараз пише Шкаруба. Очень много вже он нашел. Ну, і ця личность необыкновенная. Геродот был у нас на нашей территории в Ольвии, об этом известно. Хотя я тоже об этом не знал сначала. Вот. И он об Анахарсисе говорил, философы о нем говорили. Француз Жан-Жак Бертоломе написал роман «Путешествие юного Анахарсиса», хотя это не о нем, это о греке, который принял имя Анахарсиса, и о нем пишут. Тем более важно, значит, уже было с кого брать пример. Вот. Клотос, барон немецкий, будучи во Франции во время французской революции, взял имя Анахарсиса. В России перед одним из соборов выстроены предшественники православия, там 11 человек, восьмым, по-моему, Анахарсис. И вообще он в число 8 мудрецов мира был причислен. А у нас, к сожалению, об этом мало кто знал. Вот Бойченко, например, говорил, что личность Анахарсиса, Валерий Бойченко, о котором мы говорили, неординарная, к сожалению, никто еще не собрался о нем написать. То же самое, забыл, она участвовала в раскопках, Русяева, книжечка об Анахарсисе, то же самое. К сожалению, только несколько человек у нас в области, это Дмитрий Дмитриевич Кремень в своем стихотворении вот, упоминает, ну так, очень мало. А где выдавалась, в Миколаеве выдавалась книга, да? Да. Серия выдается в Миколаеве? Серия издается, вот сейчас мы работаем с Илеоном, вот великолепно он, Анна Валерьевна. Великолепно издает книги, нам понравилось. Сейчас мы отдали уже ей об Старикове книга в числе одаренных. Ну и вообще ищем героев. И авторов. И авторов скажите, ищем. У нас не так багато часу залишається. Чи можна, вот, читачі прочитають, побачать, прочитають, подивляться фото, вивести певну формулу мудрості? Мудра людина, яка вона? Сучасна. Мудра, я сказав би так, мудра людина – це та людина, яку не забувають. По прошествии многих лет пользуется тем багажом знаний, который этот человек приобрел и передавал. Ну и физическое сооружение, положим, но это все проходящее. А вот знания, они не проходящие. Знания – душа человека. Ваша думка, Ирина Васильевич? А я думаю, мудрый человек – это тот, который мучает себя вопросами. Зачем я появился? Для чего? Как сделать жизнь не только свою, но и окружающих более счастливой? Вот тот, который мучается над этими вопросами. А відповіді залишає? А каждый должен искать сам. Нет общей. Беда в том, что... Мы должны находить в нем вот это. Если мы находим в том, что он мудр и что-то говорит и делает, тогда он мудр. А если он просто мучается... Ничего. Это определяет время, в конце концов. Совершенно верно. Понимаете? 2500 лет прошло, как Анахарсис, и мы только сейчас
взяли за него. Я не знаю, вот, как я это. Я вам так дуже дякую за розмову. На жаль, наша розмова на тему вже вичерпана. Я нагадаю, що ми сьогодні говорили про проекти, серію, літературну серію, обдаровані мудрістю. Я вам дякую за увагу. На все добре.